Ну, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами я, Яна, и роллы! Во-первых, это сравнительный мукбанг. И мы сравниваем две доставки. Это Ocean Basket и Yakuza. Надеюсь, я правильно сказала. И мы сравним Филадельфию. Я не стала опять брать всякие позиции, потому что это сложно. У всех они какие-то разные, и я решила как бы чуть-чуть просто сравнить по Филадельфии. Самая классическая, она есть у всех. Вот. И поэтому вот это у нас Ocean Basket Филадельфия, а это все у них просто там был ролл в подарок на определенную сумму, если заказываешь, и как бы бонусом. Это Yakuza. У них цвет рыбы отличается, цена отличается, и очень достойно отличается, я вам так скажу. Ocean Basket 5, вот эти 8 штук, стоят 5,190 тенге, то есть 5,200. А у Yakuza Филадельфия классическая стоит 3,690. Я думаю, что... То есть размер практически одинаковый, толщина рыбки в принципе одинаковая, но... Давайте вспомним люксовую, помните, я заказывала. Не знаю, почему такая цена, но мне кажется, дороговато. Они, во-первых, неаккуратные. Может быть, качество рыбы, но почему ее так... Ну, она как бы тонковата. То есть, вот, например, вот здесь кусманы, да, посмотрите, какие они широкие, да. А здесь, ну вот, есть один широкий, вот широкий. Ну, как бы вот. Вот, смотрите. Ну, короче, не знаю, давайте пробовать. Аппетитнее выглядит это. Может быть, свежесть рыбы, может, качество рыбы. Окей. Но цена, считайте, почти в два раза разная. Плюс доставка у Yakuza, у них все брендировано. Это их соевый соус. Вкусный, кстати. Даже вот эти баночки брендированные, упаковка. Просто мы были недавно в Ocean Basket. И там, в принципе, нам понравилось. Но роллы мы там не ели. Мы ели морепродукты. Мне стало интересно, каковы же у них роллы. Давайте теперь заценим их. Но лосось похоже как бы на вот такого. Не знаю. Не могу сказать. Посмотрим на вкус. Но мне кажется, свежесть рыбы и сыр у них. Я думаю, здесь цена чисто из-за сыра и из-за рыбы. Но мне кажется, нужно немножко качество продуктов совместить с сервисом, да, с аккуратностью этих ролл и какую-то изюминку к ним добавить, но все-таки за 5200, и рыбка, мне кажется, должна быть, ну, потолще за такую стоимость. Но да, соглашусь, что здесь, конечно, рыба. И творожный сыр чувствуется. Так, в принципе, если вы здесь поедите, через неделю поедите эти, сильно разницы вы не почувствуете. Мне кажется, даже там с алыми парусами вы разницы не почувствуете. А вот когда они здесь непосредственно сейчас стоят, ты чувствуешь разницу, конечно. Ну, рыба здесь 100%.
То есть здесь она какая-то... Вот когда вы ели сырого лосося, вот сашими, да? Ну, как-то есть такая... Даже не знаю, как объяснить на вкус. Давайте, ладно. Мы попробуем... Он у них даже вот отблескивает. Вот здесь он как будто матовый, а здесь он как такой прям жирненький. Как будто он охлажденный, не замороженный, а просто экстра, знаете, есть охлажденное. Не знаю. Так, это у нас просто какой-то ролл. Просто его тоже заценим. С копченой курицей, что ли? Пойдет. Тем более он был в подарок. В принципе, вот это вот за свою стоимость, мне кажется, они очень хороши. Аккуратные роллы, в принципе. Качество, мне кажется, тоже норм. Бывает, знаете, такой сыр творожный, как будто клип ИВА какой-то. Роллы с копченой курицей мне не нравятся. Не очень. Я, в принципе, как-то роллы с курицей не очень люблю. Знаю, что есть наоборот. Те, кто очень любит с беконом, с курицей. Для меня как-то роллы, либо это креветка должна быть, либо рыба. Либо угорь, либо вот лосось. Не знаю. Соевый соус это... Якуза это... Довольно-таки вкусный. Ладно, отойдем от ролл. Завтра поедем за елкой. Я так рада. Вот здесь ее поставим. Нашла номер. Короче, у меня тетя, моей мамы двоюродная сестра, у нее муж купил себе фуру и, ну, возит, короче, товар там, ну, не свой, а вот кому надо. Ну, как бы услуга фуры, короче. А я в Астане искала елки. Живые. А мы в Германии привыкли. Там уже в конце ноября уже живые елки везде продают. Там ели. А мы, короче, тоже сейчас охота уже елочку поставить. У нас еще такой пушистый снег выпал в Астане. Прям вообще класс. Но нигде не могу найти, где живые елки продаются. Ну, мы как-то еще вот только еще, считайте, приехали. Вот эти все рынки особо мы не знаем. И я в Инстаграме говорю, вот, не знаю, где елку живую сейчас купить. Ну, типа, мы уже гирлянду всякое повесили, а где елку взять, не знаю. Мне моя тетя пишет, говорит, Яна... Ее муж буквально вот привез из Екатеринбурга фуру елок кому-то сюда, вот в Астану, кто их продает. Дала мне номер этого человека. Но у него не елки, у него сосны. Я ему позвонила, он говорит, да-да. Есть, завтра приезжайте, забирайте. Завтра мы уже поедем. Поставим наконец-то елочку. Так. Вот. И уже хочется этого новогоднего. Кстати, напишите, какую елку вы ставите. Ну, искусственно. Живу.
Вот даже сыр, знаете, хочу вот так вот натыкнуть. Вот у них он как будто более какой-то нежный, да? Ну, я, знаете, такой прям сильной разницы не чувствуешь. Мне кажется, если мне дать закрытыми глазами, я скажу, что это один и тот же сыр. Но просто бывают, знаете, настолько отвратительные сыры, вот реально как клипы Вавла. Ешь и не поймешь, что ты ешь. Не знаю, копченую курицу в роллах я не воспринимаю. Только в салатах. И в супе. Я люблю. Странный для меня вкус вот этого всего с роллами. Так, я, наверное, еще одну филу съем, и все, я наелась. Короче, сегодня ситуация странная. Как бы, вроде бы ты готов заплатить за качественный продукт, но, мне кажется, визуально они его не продали за эту стоимость, вот, за которую они просят его. То есть, когда ты хочешь получить 8 штук Филадельфии за 5200, ну, ты хочешь, чтобы ты открыл и такой, да, вот этот ролл за 5200, я согласен. Вот к этой вообще претензий нет. И цена норм, и оформлен нормально, качество продуктов нормально. Ну, то есть, вот такое, да, заказать на вечер поесть роллы. Не празднично, ну, то есть, не по праздникам, не помажорить, а вот как бы обычно, причем рыба, вон, смотрите, не жалеют. Не знаю. Прям вот. То есть, и то еще, знаете, я думаю, что такая стоимость из-за качества рыбы, а ведь, может быть, и нет, тогда вообще им нет оправдания. Честно, я наелась. Я, наверное, сегодня больше отдам предпочтение именно к якузе, потому что у них все, да, и хороший визуальный вид, цена, и доставка в коробке, все вообще классно предоставлено, все, ничего не разлилось, у них запаяны полностью коробочки. Единственное, у них не было васаби, не знаю, прикол, может, забыли положить, но не было, только имбирь и соя. Сой вкусный. Палочки все, ну, в упаковочке, отдельный пакет с салфетками, с конфетками. Мне кажется, вот все нереально, как бы цена, качество, сервис. Якуза сегодня реально якуза. Они сегодня, они есть, кстати, вот у них написано Алматы, Астана, Кастанай, Павлодар. Это сеть, оказывается. Так что вам рекомендую заказать, попробовать. Ну, так вот, когда захотелось ролл, попробовать. У них там еще бонусы, да, то, что там первый заказ, потом есть, короче, два промокода бесплатно бонусом ролл дают. Так, а у Ocean Basket ничего нет. Ну что, ребят, жду вас на следующем мукбанке. До новых встреч, пока!